последнее время психологи, психотерапевты используют театральную терапию как один из наиболее эффективных и мягких методов работы с психикой. При таком подходе дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы развивают аналитические способности. В процессе театрализированной игры совершенствуются речи и интонации, набирающие популярность терапии применили и в одной из школ Светомака. Театральная палитра, она объединяет детей. Здесь дает возможность не только простым детям работать, но и с детьми разных категорий. Это, например, дети ОВЗ. Они интегрируются в одну группу, и мы можем с ними просто творить тот же театр. В протяжении учебного года 58 ребят, среди которых и дети, находящиеся на домашнем обучении, активно включились в работу специализированного театрального кружка. Актерский тренинг, сценическое движение и речь, изучение истории и теории театра, плюс работа над эмоциями и мимикой. По всем этим направлениям с детьми работали профессиональные педагоги. Что еще можно сделать с такими детьми? Потому что некоторые из них находятся на домашнем обучении, кто-то из них не имеет возможности ходить на кружки, на какие-то секции. А тут бы мы их вместе собрали бы и могли бы с ними что-то творить. Тем самым у них поднимается самооценка, отношение к социуму. Они совершенно другими становятся. Студия «Театральная палитра» создана при лицее номер 1 города Стерлитамак. Первым ее спектаклем стал «Гадкий утенок». В нем задействованы дети, имеющие ограниченные возможности здоровья. Декорации, звуковое оборудование и костюмы для постановки приобретены на средства гранта башкирской содовой компании. Проект стал победителем номинации «Творчество, культура и искусство». В этом году, начиная с 1 сентября, дети ко мне начали подбегать, Светлана Радиковна. В этом году, когда кружок, когда по расписанию, когда приходить, в какой день недели – и попробуй с ними не занимайся. В лицее уже работал драматический кружок, но дополнительное финансирование позволило привлечь к участию в спектакле особенных детей. По словам автора проекта Светланы Галиевой, одним из главных результатов проекта стало повышение самооценки ребят.